За что задержаны сейчас? За то, что, короче, машины убил чужие. С какой целью? Цели не было, просто был пьяный. Когда это произошло? Произошло вчера ночью. По какому адресу? По адресу не могу сказать. Примерно. В районе остановки Волжская. Ой, да, Баргузин. В районе остановки Баргузин. Просто был пьяный, короче, и на фоне ругани с моей женой, короче, у меня подстреливает иногда бывает. Вот напился через, ну, очень сильно напился и просто, не знаю, злость, видимо, так все вымещал. Но кому, никому конкретно из тех, кто владелец этих автомобилей, ничего лично не имею, знать их не знаю. Сколько было транспортных средств вами повреждено? Точное количество я не знаю. Примерно. Примерно 5, 6, 7, наверное. С какой целью? Не знаю, он пьян был, потому что... Вы его откуда знаете? Я тоже пьян. Распивали где-то спиртные напитки вместе? Да. А он зачем ломал машину-то? Не знаю, почему так и не знаю. Сколько машин примерно? Примерно 5-6. Где родились? Город Иркутск. Вы проживаете где?